Вот теперь расскажите, что мы решаем. Какой вопрос решаем? Да, решаем вопрос. Я пью преднизолон. Угу. И вот, говорит, может быть, на уровне того, что преднизолон, у вас еще то, что защемило, может еще кости рушится. И назначили мне еще остеоцинтографию на 29. А так, у меня сперва вот месяц назад болела одна нога. Потом укол делали, капельницы делали, она отошла. А вот это вот защемило где-то. И вот не сидеть, ничего нельзя. Вот сейчас хоть стало стоять, а то раньше вообще не могла стоять. А теперь пройдите, покажите, как вы ходите. Ну, сейчас получше. А то вообще, вот сейчас у меня вот сюда, чтобы я вперед не могу наклоняться. То есть приседать вы тоже это не можете? Тут, нет, вот даже вот так вот ничего нельзя. Ни в туалет, ничего не сходить нельзя никак. И вы хотите, чтобы у нас все изменилось, да? Мне хоть чудес. Сейчас вам училась тут одна болезнь. Вы видите, на чем похоже стало с этой болезнью. Так, хватит реветь. Снимайте одежду, ложите на лавочку. Сейчас будем делать. Свиньей стало. Очки тоже снимайте, пожалуйста. Так. Да это можно оставить, они же тянутся. Ложитесь. Голова. Больно, да? Так, все, сейчас мы занимаемся, смотрите, только лечением, оздоровлением. Делайте, что я говорю, лишнего не болтайте. Значит, ложимся. Голова, животик и лапки. Залазьте. Не-не, посерединке просто, еще посерединке. Угу. Вы готовы будете потерпеть немножко? Я думаю, потерпеть. Ну, еще одна. Ой. Мы с Надеждой кости не рассыпались. Да. Нажали, вот тут делали массаж. Так защемило, тут как боль какая-то. Руки по швам ложите. Хорошо. Его надо совсем снять, я его не нашел. Так, голову на бок. Голову на бок. Если мы его снимем, нас тогда не пропустят по видео. Ртом вдох-выдох. Еще. Оно так терпимо? Да. Потерпеть. Ой-ой-ой. Еще немножко. Что там, терпимо? Да. Надо потерпеть. Других у нас вариантов нету тут. Немножко. Голова не кружится? Нет. Расслабить. Ты это можешь не показывать, что тут. Ой.
А ну-ка ляжьте на спину, сейчас свободно, легко переворачивайтесь. Вы сейчас на любой, ни о чем не думайте. Ага. Не больно переворачиваться? Нет, нет, это ничего страшного. Все хорошо. Вот нога у меня вот эта, одеревеневшая пяткой, вообще ноль. Давно это происходит? Ну, вот месяц. А, ну расслабь, тихо. Вот ровно месяц я вчера была. Я и зарядку делала. Тихо. Сейчас дерну, ни за что не бойтесь. Не держаться. Не ни за суставы, ни за что не переживайте. Просто спокойно и все. Опа! Расслабить, ну. А ну-ка дайте мне руки. Расслабьте руки. Отпустите ее. Ой. А ну присядьте на краешек. Сюда. Боком встаньте. Будет легче боком. Конечно, нужно всегда боком. Я вам помогу сейчас. Лапки скидывайте сюда. Голова не кружится? А? Нет. Она чуть вниз. Не бойтесь. А ну покрутите головой по большому кругу. Хрустит? Знаешь, как мел, мелкий, такие, чтобы сильно нет. У меня почему-то, когда я вот переворачиваюсь, у меня все как у мясорубки. Здесь вот. Голова сейчас не кружится, ничего? Нет. А ну-ка встаньте. Вперед, двери идите. Ко мне лицом. Ноги шире. До пола тянитесь. Быстро. Поднимайтесь. До одного носочка. Двумя руками. Поднимайтесь. До другого. Поднимайтесь. А вам тяжело по мышцам, да, сейчас это делать? Вы как бы. Я вот... даже не пойму сейчас еще. А, не поймете. А ну чуть посерединке встаньте, посерединке. Ну, все равно туда надо. Тихо. 10 раз приседаний. Поехали. Быстро. Поднимайтесь. Поехали дальше. Ой. Поднимайтесь. А ну без рук. Ой, без рук. Можно не до конца. Не, не смогу. Подняться. Вот так вот. Более ниже не надо. Не знаю, сколько раз. Еще 2 и все. И у нас будет готово все. Еще 1. Подняться. Голова не кружится? Нет. А ну, пойдите вперед. Сейчас. А ну, перестаньте перекатываться, идите ровно. Вот так вот. Не как этот катер едет, а ровненько идите. Да. Ой. Куда-то уводит. А что уводит, скажите? Нога вот эта. Так, да. Понял насчет ноги. Как спина сейчас себя чувствует? Покрутитесь просто, повертитесь туда-сюда, вправо-влево.
Ну, нормально. Не вот этот все. Ляжите еще раз, хорошо? Так же. На животик. Перестаньте переваливаться. Ложитесь. Сейчас это с увереннее, смелее. Какая нога? Левая. Угу. Сейчас я отдохну. Отдохните. Потому что у меня еще эта болезнь, я сейчас задыхаюсь. Левая. Александр, здесь надави пальчиком. Надави ты. И держи вот так вот. Просто держи. Вот так вот. Ой. Опускай. Вот здесь надави пальчиком. Угу. Прямо вот так вот. Туда чуть-чуть крест. Вот так вот. Угу. Что такое? Ничего. Ой. Все, опускай. Спасибо. Что там, голова не кружится? Ой. Ну, расслабить. Отпустить. Ой. Чуть полежать надо. Как настроение? Хорошо. Подъем. Ой, пока немножко. Голова не кружится, ничего? Все нормально, видим, хорошо? А ну вставайте. Потихоньку, без прыжков. Вперед идите к дверям. Ногу выше поднимайте, ага. Возвращайтесь там. Холодно, идите сюда. Что-то вы ровно ходить стали, да? Ну да, ровней. Я ж привыкла, что тянет, я вот так вот сюда вот так делаю. Ага. Мне легче. Там? А если чуть сюда? Сделайте сюда, как хотите, сделайте. Попроверяйте, как вы хотите. Не как я вам говорил, а как вы сами хотите. Покрутитесь, повертитесь. Будет сейчас уборкой заниматься. Полы мыть. Полы мыть, да. Вы же не могли это делать, сейчас надо проверять нам. А ну еще пройдите, дайте, полюбуемся вами. Значит, там некоторые боли, то, что есть в L4 крестец, это еще отеки, это то, что воспаление было. Да. Вы же помните? Мы ездили в Кубанский, в воду, в эту, в сильную воду там. Я там был, я все знаю про это. Там кремниевая вода. Да, Хадыженский, вот, Хадыженский поинтереснее вода есть. А нет, это в Кубанской, говорят, все самые сильные. Мы вот туда 3 года ездим. Я вообще не ходила, меня туда отвезли. Я тут хоть как-то начала жить. Ну, там мы сейчас к этому вернемся. Вы довольны? Походите. Костыль не нужен. Не нужен. Костыль не нужен. Ну, а к вам можно еще потом записаться?
Хорошая моя, нужно. Но видите, в чем проблема. К нам раньше люди всегда являлись дня через три. Сейчас запись на сколько перегружена. Просто до предела. Это мало за 2 недели, что ли? Если вы успеете до Нового года попасть еще раз, будет шикарно. Вот. Сейчас пойти записаться. Да. Но вы довольны, да, я так понимаю? Да, 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 да. Значит, маленькая информация. Хутор Кубанский, это Абшеронский район, Кубань. Вот, да, это там можно и домик снять, и покупаться там, хорошие места. Я там был, я люблю эти места, поэтому все эти вещи знаю. Но мне больше нравится Хадыженск. Есть дикие ванны, так и называются в интернете. Они, mm-hmm. они без оплаты. Ну, конечно, там запах потом нефти прям сильный. Ну, а что поделать? Вот она щипит. Хорошая моя. Под пиар. Да, она и должна считать. Не сразу же захотела я. Ага. День-два у вас будет и здесь, чувствоваться. Потому что мышцы будут перестраиваться. Как это было страшное дело. Я вообще не могла ничего. Таскал муж. Дай Бог здоровья, можно одеваться. И вам дай Бог здоровья всем. Спасибо.